2 жнівня адзначылі дзень нараджэння паветрана-дэсантных войскаў. Многія дэсантнікі прымалі ўдзел у ваенных аперацыях. І зараз узгадваюць сваіх баявых сяброў і службу ў гарачых кропках. У абласным цэнтры прайшла акцыя «Ніхто акрамя нас». У гэты дзень яны апранаюць цельняшкі, берэты, сустракаюцца з сябрамі і саслужыўцамі. Прыходзяць цэлымі сем'ямі, дзе не ўзнікае пытанне, кім стануць іх сыны. Хачу, чтоб мой сын пошел по моим стопам и был защитником, достойным защитником нашего отечества, нашего родины. А вы сами расскажите про себя, служили? Я служил в Витебской 103-й бригаде и сейчас нахожусь на службе в МЧС. И да, и до сих пор служу верой и правдой родине. Я живу как за каменной стеной. Это моя крепость, моя опора, моя поддержка, моя любовь. Сыночек у нас тоже. Все хорошо. Спасибо ему. Это праздник для чести и ВДВ. Это гордость, что ты служил в этих войсках. Ну а сын гордится, что папа служил в ВДВ? Да. На свете есть и школьники из военно-патриотичного класса. Для их так само день особливый. Кальяны могут поделить гордость за блакитные береты. Мы учились 3 года в военном классе. Пришли поздравить людей. Я планирую пойти в армию, там остаться, работать, продолжать службу, служить родине. Крылатая пехота, блакитные береты, як только не называют сегодня десантников. А лишь во все часы, при любых обставинах, застались сила, мужность и надеянность людей, которые живут по принципу «никто, окромя нас». Дарыч, в областном центре прошла одноименная акция при поддержке могилевского филиала «Белдержстрах». Дарим бесплатные страховые сертификаты тем семьям десантников, афганцев, которые определяет сам совет. Мы всегда просим ребят, чтобы они приходили с семьями, с детьми, с внуками. То есть пусть вот эта цепочка непрерываемая поколений верных защитников своей родины, она продолжается и дальше. Паветрана-десантные войски завсёды были элитными. Своё звание яны не стратили сёння. Трапить на службу у этой войски не так просто, говорят военные комиссары. Физичную и моральную подрыхтовку хлопцы начинают еще в средней школе. Дарина Градницкая, Александр Артемьев, «Новини регион».